Всем-всем-всем-всем доброго-доброго времени суток, дорогие друзья! Мы включаемся в прямом эфире, всех мы вас приветствуем, потому что у нас первый игровой день этапа легенд Summer Major. И открытием данного дня будет битва между командами Battle Axis против Dreamless. Данный матч буду для вас комментировать я, майор Кэмэл, моя напарница Дарина Мисс Хаус. Дарина, привет! Привет, привет. Ну что ж, оператора мы не представили. Сетсмайл у нас сегодня будет в роли оператора. Да, ну и ничего, бывает. Ну что ж, майорыч, привет, чат, привет. Безумно, кстати, соскучилась по трансляциям. Давненько у нас уже их не было. Ну что ж, все верно было вышесказано. Battle Axis против Dreamless. Ну и пора представлять команды. Кстати, хочу заметить, там в обоих командах играют и оператор наш, и наш комментатор. Я начну с Battle Axis. Итак, играют игроки Сотников, Ваня, XL, Шип, Кришна из Камбэк и Траблмейкер. Да, такая вот команда. И команда непосредственно Dreamless. Это Алексиана, Sunfire, кстати, капитан команды здесь. На коне, так, Вайбаут, или вернее аккаунт, и... Stories. У нас произошли делиты, и сейчас первый раунд. Все четыре раунда пройдут у нас на карте песочница. Мы можем посмотреть три, конечно же, если тут будет 3-0, соответственно. Если же у нас будет жесткая прям битва. Ой, это было... Ой-ой-ой, вайбаут сразу же, хорошо. Так, на морально-волевых пересел, кстати, по-моему, на викинга молоти. Играл ли он ранее, вот это вот я не помню, но ему достается коробочка овердрайва уже в центре. Ну, неплохо, в принципе, они начали, правда, тушить сходу дерзко-резко. Пока что еще такого мы не наблюдаем. Но у Вайбаута есть плюс, это овердрайв, который он подобрал. Ну и, в принципе, мы можем как раз-таки от синего коллектива уже наблюдать. Есть у нас заход, это сторис, вайбаут. И так, есть подбор флажочка, хороший, отличный. Сосуль у нас прилетает от Кришны из камбэк. Ну и флаг остается пока что на своем законном месте. Чем же ответит у нас команда Сотник? Ивана. Тут уже надо только наблюдать. Да, это точно. Сейчас немного зажато такое. А, нет. Поделили карту напополам, только если посмотреть по диагонали, наверное, сейчас занимают позицию эти пары. Sunfire должен отлетать, там Шип и Сотников Ваня. Кстати, да, действительно, Сотников Ваня легенда. Потряс нас то, что перешел он все-таки в Battle Axis, покинул он своих The Dreamers. Не захотел он оставаться капитаном, брать эту тяжелую ношу. И Сотников, кстати, вот таком вот, но это понятное дело, что он на нем поиск Амиказы. И Шип туда же отправляется. Санфайр, там Кришна из Камбэк, кстати, на шафте должен выдавать по Санфайру. Не умирает, между прочим, Санфайр. А вот сейчас уже наконец-таки финальная тычечка долетает. И пока что за 2 минуты никаких акцентированных атак не происходит. Но мы, кстати, привыкли, что на песке обычно там за первые 30-40 секунд уже начинается какая-то движуха, да, но на данный момент этого не происходит. Sunfire выпустил шарик, чтобы забрать как раз-таки овердайв с центра и не отдать его своим соперникам. Удачно, оверка забрана, ну и пока что идет перестрелка. Шип выдвигается, отправляется на респаун, так как остается очень мало у него здоровья для танка. Ну и пока что, да, пока что мы наблюдаем чисто перестрелку основного пока атакера, даже я бы так сказала, мы не наблюдаем ни с одной, ни с другой стороны. Ну и вот как-то так. Хотя есть шип. Будет ли он заходить, прожимает оверку, неплохо подбирает флаг. С другой стороны у нас Алексиана. Также забирает флаг, но Sunfire решил выпустить свой шарик и попробовать задефит. Но XL будет подбирать на броне, и пока что это, возможно, даже будет доставочка. Вайбаут отлично сливает шип со своей рельсой, и вот он уже флаг почти довезен до базы, и есть. От Battle Axis у нас первая доставка имеется. Неплохо, я, кстати, залил все-таки на Battle Axis, думаю, то, что будет присуще преобладать, так сказать, преимущество у боевых топоров. Сейчас как раз-таки вот они на базе, пытаются дефироваться. С одного фланга есть 3 танка соперника в виде, так сказать, в синем цвете. И Сторис уже заходит, кстати, во фронт. Пошел штурмовать без поддержки. Овердрайв не использует, конечно же, он, понятное дело, что ни на что не надеется. Здесь вайбаут просто пока с раскачки. Ой, Sunfire, ничего себе, на улитке приехал. Будет решать вопросы. Попробовал пощупать Траблмейкера. Сказал ему, давай, до свидания. Я пошел в гараж, и вот нужно выкурить, наверное, орех верняка.
раунд, вот он спрятался за домиком и прессингует, сотика Ваня, да, не может не определиться, куда же нужно стрелять. Так, тем временем, Алексиада без поддержки, траблмейкер, убивают, Сторис, есть овердрайв, будет ли рисковать, и все-таки решил не рисковать, здесь возврат. Да, хотелось бы также отметить, что вейпаут у нас с центра забрал оверкой, это также есть своего рода плюс для команды, но шип не оставляет надежды, будет пробовать дернуть, пока что эта попытка не очень удачная, и у нас есть возврат флага. Счет остается неизменным, 6 минут до конца первого раунда, но и вейпаут уже начинает заходить, правда, оверку не прожимает, шип опять же. Хотелось бы, кстати, отметить главу данного коллектива Battle Exos, то есть шипа, который довольно неплохо орудует на своей рельсе. И вот сейчас опять умудряется задефить свой флаг, ну и настреливать своим соперникам, причем нанося довольно много урона. Mm-hmm. Вот так вот даже, да, там шипа, кстати, только что твоего любимца доказали. Сторис, большой пролак, сразу же видно, как пытаются... Интересно, кстати, стратегия, постоянно кидают как мясо просто этого Санфайра, бедолагу. Там Траблмейкер, кстати, и Тимвай, похоже, только Олег, вернее, аккаунт один может как-то сопротивляться и время выиграть. Ай, айс, шот, попадает по Траблмейкеру, шип, пытался выключить, не получилось. Сотика Ваня дальше на матрасе, долго нужно сразу же помощи какой-то туда отсылать, а тем временем Сторис... Ваня, выигрывает время. Санфайр пытается закрыть Сотикова, но прячется Санфайр, улитка! Долго, слишком. И Алексиана, будет ли что-то здесь? Шип против Алексиана, шип на рельсе. Пошел ПВП против Страйкера. Будет выигрывать здесь какое-то хотя бы время. Помощи нужно дать! Если Алексиан сейчас вернет флаг, не произойдет этого. Отлично, Траблмейкер. Убили Сторис. Понимаю то, что уже флаг он не поставит. Нужно, да, отходить в карман, прятаться на базе. Ну, могу только отметить то, что вейпаут уже второй раз просто срезают на корню его использование овердрайва, хотя сейчас у него также есть коробка, которую он подобрал. И Сотников Ваня, поздравляем тебя с легендой. Интересно, какая уже по счету получает у нас данный игрок званочку. Ну и это у нас размен. Между прочим, там очень мега на тоненького было, когда Траблмейкер в конечном итоге все-таки смог вывести этот флаг с контейнеров. Очень сложно, учитывая, что синий коллектив сильно прям давил, мега сильно, но все благодаря Сотнику Ване, который, как ты сказал ранее, просто растянул время. Ну да. Сотик молодец, на самом деле, в том моменте, и сделал, как, так сказать, все верно, но и шансов там было не особо много, там сам Файр ехал. Опять же, на этой улитке долговато было ему добираться бы до Вани, ты чтобы, знаешь... да, дотронуться, понюхать его там. Ты знаешь, если бы вейбаута не убили как раз-таки с центра, он с оверкой начинал заезжать, то тут бы был определенно 100% возврат, но его убили, и тем самым у нас красная команда вышла в плюсик. Ну, не совсем, конечно, в плюсик. Пока что у нас есть размен, но в любом случае их пока что все устраивает, потому что они ведут, и насколько будет растянут размен, неизвестно. Кстати, шарик от Сотникова Вани, но почему-то он решил именно в ту сторону, хотя нет, понятно почему, там было очень много соперников. И после того, как они оставили орех, вернее, аккаунт одного, у нас XL уже аккуратненько заезжает в контейнеры, в тыл своим врагам, но там Самфайр, там уже Алексиана, все-таки отправляют у нас данного игрока на респаун. И размен у нас явно будет затянут. Тяжеловато заходить, и, не знаю, хотя вот пытаются, что самое интересное, пытаются зайти то Battle Exos на базу соперника, а вот Кричный скамбэк просто попивая коктейль, немного, так сказать, причмокивает этой сладостью. Ой-ой-ой, вайбаут! Без ремкомплекта опасность здесь может быть. Конечно же, овердрафт не будет проживаться. Санфайр остается уже один. Ну и, в принципе, немного так попугали, навели шороху. И на этом будет достаточно момента. Кстати, орех, вернее, аккаунт пытается выезжать. Ничего себе, даже подъехал к хайграунду. И все, на этом спрятался, получил в голову. Сказали, засунься обратно, орешек. И действительно так и есть. Вейбаут пока не может найти свою нишу в этой всей истории. Траблмейкер, встречаются два викинга-молота. И скажу, в принципе, Траблмейкер здесь выходит победителем. Правда, нечестная была схватка, но все же Алексиана, Санфайра с флангом пытаются все заходить. Правда, попытки тщетны. Шип, смотрим, шип, мина! Овердрайв будет ли? Нет, моментально просто убивает там. Да, шипа без шансова получилось как-то.
Слушай, ну Battle Axis на самом деле очень хорошо держится на центре овердрайв, Excel подбирает и выносит как раз-таки вайбаута. Как ты заметил, не может у нас вайбаут найти то место, с которого очень хорошо мог бы заюзать овердрайв, да, и просто попробовать хотя бы сделать хорошую попытку для возвращения флага. А еще я заметила то, что Battle Axis не торопятся идти на возврат. В основном они как раз-таки сидят в дефе и тянут время. Ну и если посмотреть на счет, это единственное, наверное, возможно даже правильное решение. Хотя, однако, вот сотника Вани у него есть овердрайв, и ровно минуточку у нас остается до конца раунда. Ваню сейчас у нас будут выносить, отправляем на респаун, и Кришна из камбэк просто выбрался вперед, видимо, не помогло ему то, что ему надавали, как ты сказал, по голове, и сказали, зайди обратно, не вылази, флаг, и все-таки он выходит на перестрелку. Но, опять же, сидеть там в тылу не особо интересно. Вот сейчас шарик у нас. Шарик есть у нас от Тореса. И это от Самфайра. И Кришна из камбэк почти аккуратно умудряется увернуться, да. И, опа, сосуля полетела. Ну, через трупик сосуля улетела четко прям в плакат своих. Вайбаут, домой! Вайбаут, уходи просто! Самфайра туда же! 20 секунд! Он просто... Я смотрел, когда же он использует этот овердрайв. Вот это было тот самый, который ты хотел использовать, овердрайв, подарить тебе вот этим вот секундам. Но это было ни о чем вообще просто, как по мне, и... Слушай, да. Мы не будем ничего говорить, потому что было, то было, и как раз-таки у нас раунд заканчивается. Меня тут в чате поправляет, какой Кришна, если Кришна? Почему? Я считаю Кришна. Но я мы всегда я говорили, всю жизнь, я всегда, 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 всегда называли Кришна из камбэка. И... Да, мы всегда говорили Кришна на трансляциях, и еще ни разу я впервые просто слышу замечания именно по поводу Кришна. Но в любом случае, первый раз раунд у нас закончен, и Battle Axis пока у нас ведут. Посмотрим, чем же у нас ответит противоположная команда, потому что дримлисы должны отвечать. Неужели они второй раунд просто отдадут своим соперникам? У тебя есть ставки, Денис? Да, я поставил на Battle Axis, я поставил. Battle Axis, понятно. Я даже не сомневаюсь, на самом деле. Ну, там Сотника Ваня, там, извините. Конечно, конечно, Сотника Ваня — это великий человек, просто легенда. Мы вот тоже собрали команду свою. Кто? Смешная шутка. Нет, это была не шутка, это на самом деле так. А, да? Серьезно, серьезно, да. Но не будем о нашей команде, мы поговорим о команде, которая у нас... Да, соберись, соберись, Денис, соберись, мы же серьезные люди. Поговорим о том, что у нас происходит сейчас. У нас сейчас ничего не происходит, у нас чисто падает овердрайв. И, кстати, на песке он очень важен, поэтому посмотрим, кто же его заберет. Там Алексиана такую мясорубку попал, и все-таки шип, который у нас находился в минусе, просто ее забрал. По красоте. Да. Так и есть. Молодец. Молодец, молодец. Шип большой. Огурец. Просто молодец, забрал овердрайв, поэтому как бы молочага. Лишний повод начать острую атаку в самом начале, когда и соперники, соответственно, будут не подготовлены. Это очень большой и огромный плюс для команды Battle Axis. Мне просто так нравится эпично и прям вот на английском называть название. Знаешь, как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот так вот это называется. И когда они назвали Battle Axis, подошли к этому серьезно. Логотип просто лютейший. И вот он, этот корабль, плывет в этап чемпионов. Придерживается он своей стратегии. Ну и Dreamless, наверное, это не самый сильный соперник, с которыми Battle Axis смогли бы противостоять, наверное. Тут идет речь о Team Pointers, тех же Diamonds, Red Notice. Вот, наверное, о таких вот потенциальных соперниках уже можно будет говорить. Потом. Так, ну что, делит у нас уже произошли, тут в чате у нас, я одним глазом подсматриваю, пишут, майор на веселе, майор у нас постоянно на веселе, он у нас зажигает просто любую трансляцию, без майора матчи у нас не матчи. Ну что ж, а мы продолжаем, у нас есть уже код шип, Сотника Ваня на подстраховке шип, юзает оверку и как-то неудачно немножечко, хотя, в принципе, там уже XL на перехват, аккуратненько, шип у нас на нулях, скидывает флаг под XL, но это первая доставочка из сегодняшнего коллектива, и это довольно круто, потому что у нас Battle Axis все равно, даже во втором раунде открывают счет 1-0.
Что сказать? Ну, просто я хочу назвать они теперь не Battle Axis, а швейцарские часы, потому что надежно и своевременно, так сказать. Как я и говорил в начале, они использовали этот момент, и просто не было ни секунды сомнения, что они не воспользуются данным шансом. Все просто сделано на 100%, изысканно, классно, здорово. Теперь нужно поехать только подубить Алексиана, выкурить его с фланга, и вот там еще Орех, вернее, аккаунт немного, мне кажется, ошибается. А Сторис говорит: парни, слушайте, вы вдвоем как бы налетаете на Ореха, давайте 2 на 2 тогда замесимся. Ой, какие-то лаги, или это только у меня. Непонятно, что происходит. Орех, вернее, аккаунт все-таки выкуривают с флангов, да, и... пытается сотников на громе, пошел вайбаут, теперь вайбаута нужно отправить на Канары, отправляет вайбаута, теперь Санфайр, Алексиана, здесь уже на очереди траблмейкер, и неплохо, неплохо вроде бы позиции здесь позанимали боевые топоры. Ну, кстати, есть возможность даже, что они будут атаковать именно в заход, но пока что у нас все находится тихо, шипа у нас вайбаут просто выкуривает на свое... Ну, иди, говорит, на базу туда и Excel. Excel тоже у нас отправляется на респаун. Ну и пока что все. Хотя там очень даже было похоже, что будет заход. Снова мы видим шип. Шип не изменяет своим принципам и заходит прям резко, дерзко. Так, сотенька Ваня остается на нулях. С другой стороны у нас Алексиана будет пробовать увозить. Есть у него прикрытие и также есть у него овердрайв. В случае чего он может заюзать. На центре также падает оверкан. Но это определенная доставка. И наконец-таки у нас счет сравняли. То есть Дримлис уже начали врываться в этот поединок. 1-1. Да, согласен здесь сейчас с командой синих, потому что испытывает какие-то маленькие проблемы паладин вражеской команды, да, со стороны красных. Вот он, Сторис. Не знаю, обновил или нет, но пока что вроде как выглядит гладенько. Кришна из КПЭК, Эксель уже здесь, и... Правда, ой, голова-то как отлетела, там Санфайр, ну, ой, как больно это было, вайбаут. Опять же, копит этот овердрайв, я крайне мало вижу, не знаю, почему крайне мало вижу ультимативного вот этого персонажа. Откатился, откатился. Здесь, конечно, как-то он попадает. Я постоянно смотрю на вайбаут, он постоянно в каких-то критических ситуациях находится. Там Сторис, погодите, прожался, пошел во фронт. Уже получал, понаполучал по голове. Сторис, Шарик, Санфайр, поехали! Пошла работа, Сторис, овердрайв, тут уже Алексиана, Сторис. Ой, тимвай происходит! Так, ну, у нас Сторис, по-моему, голос сорвал. Уже никто... Что случилось? Да ты пока кричишь, у тебя голос начинает пропадать, поэтому все прекрасно знают. Если майор кричит на матчах, значит все, это минус голос, но голосовые связки у майора очень сильные. Короче, в итоге у нас получается 2-1. И тут же незамедлительно идет ответочка со стороны Battle Axis и... Excel, Excel под овердрайвом паладинчика, но у нас есть размен. Как я упустила этот момент, когда у нас Алексиан коммунизил просто флаг, значит, у нас Excel скидывает под сотникова Ивана флаг и идет на возврат. И снова у нас размен, вы представляете, просто жесткий размен. Главное, чтобы он не затянулся. Да, только сейчас Дримлес у нас впереди, шип, овердрайв, ой, овердрайв, здесь ремкомплект был использован, нетинг. Ой, по-моему, нетинг сейчас только вышел, да? Или его ж не было? Или ты представляла его, не помнишь случайно? Нет, нетинга не было. Вот он, нетинг, да, это... видимо, только недавно зашел. Одноименный игрок Куд, тоже хороший, достаточно серьезный и опытный опытная киберкотлета. Назовем его так. Суатик выставляет под Кришну флаг здесь и сразу же выходит во фронт. Пошел он... пытаться надамажить не получается. Сотиков умирает. Шейп уже, кстати, с другого фланга. Немного в стиле шпиона пытался подобраться к Ореху Верняка, но там защита работает исправно у красных, поэтому подобраться тяжеловато. Сейчас граница поставлена, это середина, да, вот этого вот ландшафта. Но Траблмейкер на дефе по Алексиана. Потихонечку такое чувство. Ну, атака, да, происходит со стороны красных. Они пытаются штурмовать. Траблмейкер минус. Алексиана нужна ему помощь. Или же его Excel добирает. Excel добирает, а вот с другой стороны сотников и шип, но без овердрайва, правда, попытаются вернуть флаг. Но попытка, конечно, есть, и, в принципе, неплохая, потому что шип был у нас, кстати, с аптечкой, реферни аккаунт, но нет, все-таки отправляется он на респаун, потому что ничего тут не происходит. Треблмейкер под овердрайвом викинга залетает, сейчас будет разносить одного, вынес, ну и реферни аккаунт надавал просто ему. Я бы сказала по щам, но так нельзя говорить, поэтому, если что, я этого не говорила. В общем, реферни аккаунт отправляет у нас Треблмейкера на респаун вместе с овердрайвом, его это не устраивает. На центре падает коробка, и шип уже в надежде
ее забрать. Ой-ой-ой, почему же он не заюзал свою оверку? Мог бы как раз-таки стопорнуть вайпаута, но он этого не сделал. Ошибочка произошла со стороны шипа, но я думаю, тут уже коллективы не то чтобы разыгрались. Кто? Они... Что, кто? Убили. Да, убили. Орех, там... Там вайбаут есть. Погоди. Подхват, конечно, подхват. Но он сейчас будет скидывать, потому что у него есть овердрайв, а вайбаут не тот. Хороший! Дальше держаться! Нужно дальше ехать! Сотников не пропускает Алексиана! Траблмейкер сзади! Ультимативный уже здесь нету Траблмейкера, но пытается еще ему... Нужно пройти бастион в виде Алексиана! Не проходит эта база, и, соответственно, да, здесь величайший деф от Дреблэс, великолепно! Я обожаю, когда майор начинает кричать, потому что это сразу понятно, что на карте происходит полнейший трэш. Что, собственно, произошло? Ребята со стороны синего коллектива начали просто жестко вместе с Сотником Ваней заходить на фланг своих соперников, и почти им удалось это, но помешали трупики. Вот эти трупики постоянно нам, к сожалению, мешают, и из-за этого флаг не был возвращен. Но согласись, до флага было настолько близко, прям вот просто пушку протянуть, и можно было вернуть флаг. Но, к сожалению, это не произошло. Тем временем у нас до конца раунда 3 минуты, и тут, кстати, на том моменте даже я была в шоке и начала уже кричать. Но это жестко. У Сотникова Ивана у нас имеется овердрайв, который он юзает и запускает под шипы. У шипа сейчас будет возможность вернуть. Нет, скорее всего, не будет, потому что верни аккаунт, и теряет он флаг. Но, с другой стороны, у нас есть Excel, и есть еще Траблмейкер. Есть возвратик! И это доставочка. Сравняли. Счет у нас 2-2. Логичный был исход, на самом-то деле, поскольку уже и второй был заход от BattleAxis. Они слишком долго к этому шли, и это, как по мне, должно было быть случиться. Должно было быть присуще Алексиана. Попугал умер, Неттинг. Сейчас тоже ему слишком суваться там особо не надо. Ой-ой, шип видит там Неттинга, он же Куда. Отправляет немного по АФКшить там постоять, а вот еще и Кришна. Просто забили палками там этого Неттинга, бедолагу, будет ли контратака. Сейчас Excel, кстати. У них-то есть паладин у синих с овердрайвом, что можно воспользоваться данным шансом. Неттинг пока пытаются задушить Excel, а правильно, что перекинулись свои силы справа от флага, да, потому поскольку там находилось два синих игрока. И шип. Много решает, кстати, шип здесь и шип без овердрайва. Вот сейчас можно было бы придумать какой-нибудь велосипед, если бы, конечно, здесь был бы овердрайв. Его, к сожалению, нету. Но тем временем у нас счет остается неизменным. 2-2 и 1.5 минуты до конца уже второго раунда. Сотников Иван выезжает, блокирует своим трупом вайпаута, и шип заезжает. Но тут, конечно, ему не выжить, несмотря на то, что у него оверка как раз только-только появилась. Сложно, на самом деле, заюзать в такой момент. На центре также падает овердрайв, там есть Excel, вайпаут и Траблмейкер. Будут, наверное, оставлять как раз-таки викингу синего коллектива. И получится ли у него забрать? Да, отлично, просто в мясорубке металлической, все нормально. Так, что самое реальное интересное, прям замесились за этот овердрайв. Он заехал, да, на трупик, прям как-то подпрыгнул. Так, ладно, на трупик это хорошо, но у нас здесь... Алексиана просто разорвали, Траблмейкер сразу же выезжает, 1-2, туда еще и Неттинга нужно отправлять, отправил Неттинга на в царство Морфея немного поспать, и Траблмейкер, вот и дождаться бы, конечно, здесь боекомплекта было бы великолепно, 40 секунд, теперь надо дефироваться. BattleAxis, смотрим, у них овердрайвов не так уж-то и густо, вот там есть Алексиана, Рекомендакал, Sunfire, Неттинг, там фулл сетап, просто зеленый свет горит для команды DreamRes, а вот как раз-таки BattleAxis сейчас должны не допустить этой атаки, 20 решающих секунд, 10 секунд понадобится для того, чтобы привести флаг от начала и до конца. Сотников сразу же едут в контратаку. Неужели ничего так и не произойдет? Серьезно, что ли? Без каких-либо моментов. 10 секунд. И да, действительно, все вот так. Нет, все, Sunfire заюзал оверку, да, и тут уже нереально просто привести, хотя песочек нас умеет удивлять, но, видимо, не в этом раунде. Ну что ж, заканчивается у нас второй раунд со счетом 2-2. Майорчик у нас явно расстроен, вы можете это слышать по его вздохам, потому что ну как так, такой был шанс. Ну вот, к сожалению, у нас ничего не вышло в этом раунде, но все равно у нас BattleAxis получается продолжает вести. Ну и вторая карта тоже будет песочек, поэтому мы с нее никуда не уйдем. Просто
В чем прикол? Ну, жестко получается, оказывается. Тяжело реализовать. У них было, я как раз-таки за последних секундах я перечислил все ультимативные, которые были там. В тот момент доступны, да, за 40 секунд до конца раунда. Я подумал, что ты просто 10 секунд остается, там ни одного овердрайва нету. Где? Вопрос только один. Где и куда? Куда вот это все подевалось? Вот это мне интересно. То есть это можно было реализовать, да, вспомнить прекрасный момент, когда Team Pointer сыграли против Red Notice тех же. Тоже это была песочница, и Red Notice, ой, и Team Pointer оставляли овердрайвы на минуту и делали просто невероятные апсеты. Вот, что сейчас с Dreamless, не хочу ничего говорить по поводу Dreamless, да, то, что это какая-то, возможно, не настолько опытная команда, конечно же, как Team Pointers, но, как по мне, вот это вот за 40 секунд можно было выигрывать спокойно Dreamless, но что-то пошло не так, либо Battle Access тут по скиллу просто переиграли и уничтожили, ну, либо Dreamless недооценили тайминги, ну и, соответственно, свои способности. Ну, в любом случае, что было, то было. Мы, конечно, можем разбирать какую-то ошибку с одного или с другой стороны, но что есть, то есть. Уже это не исправить. Итак, у нас скоро уже начнется третий раунд. Ну, точнее, первый раунд на второй карте. Но учитывая, что у нас карта также песочек, поэтому будем считать, что это третий раунд. И мне даже интересно, кто же в этом раунде выйдет вперед, учитывая, что на втором раунде у нас Дримлесы проснулись. Проснулись окончательно и так же жестко нападали, как и Battle Access. Что впадает овердрайв, кто его заберет, интересно, кто-то может быть в минусе, хотя минусов я вообще не вижу. Ну и забирает у нас вайп-аут, что дает плюс команде. Кстати, помним, да, что на песке можно на первых 20-30 секундах залететь и поставить просто своих соперников в непонятке о том, что откуда это пришло и куда это ушло вместе с лагом. Посмотрим. Ждем, когда у нас произойдут залиты. Ну, собственно, они уже происходит. Говорить-то, в принципе, сейчас совсем скоро будет не о чем. Если Battle Access выиграют данный раунд, то Dreamless, соответственно, 0-1. Сразу просто по конкретике пройдусь, 0-1 будет. Устраивает их только ничья, если в данном раунде закончится. Но 1-0 выигранный раунд от Battle Access будет означать победа их в этой встрече. Так, ну что ж, игра у нас уже началась. Ну и на первых секундах мы пока не видим этого захода. К тому же вайба... Хотя нет, есть заход, шип остается на нулях. Мне надо прописать немножечко Санфайру, что, собственно, они и делают. И отлично, отлично, Сотников подхватывает флаг. Но Алексиана, да, не вовремя он к Сотникову подъехал, и это возврат. Тем временем, с другой стороны, у нас также была попыточка увоза флага. И успеет ли вернуть? Да, Трэблмейкер успевает вернуть. Но там очень мега на тоненького было, потому что вайп-аут был очень близко как флагу, но пока что все остается как есть. Да, немного дефируется. Такое ощущение складывается. Battle Access зажато на базе. Нейтинг в верхней позиции против Сотикова, кстати, побеждает. Его туда же и Трэблмейкера нужно попытаться отправить. Ой, Нейтинг вообще ничего не боится. Шип уже заряжает и готовится изгонять дьявола из Нейтинга. Здесь все было верно, все четко сработано. Шип, кстати, Ваня злятся на орех, вернее, аккаунт. Действительно, шафта нужно выгонять из этого фланга. Алексиана пропускают. Кстати, тычка, пайка. Есть. Плазма долетает от Акселя. Траблмейкер, возврат. Соответственно, не стоит не пропускать Нейтинга. Погодите, погодите, погодите! Что творит этот шип? И как быстро все закончился этот момент. А я-то думал, сейчас как зарядит. Но он зарядил. И зарядил очень, кстати, эпично. Но если бы не Гром, который его с центра пульнул в него тычку и убил, то, возможно, даже было бы... Угадать мы не будем. Все равно заход и прожать овердрайва Хантера было, на самом деле, очень эпичным. Итак, мы видим, что мы видим. А мы видим то, что у нас Санфайр уже готовится выпускать, в принципе, шарик под кого-то из своего тиммейта. На данный момент только Алексиана. И у красного коллектива довольно неплохо все складывается. Нейтинг. Нейтинг будет заходить. Санфайр. Нет, пока что не выпускается. Суля от Кришны с Камбет в стену. Ну, так чуть-чуть подморозил и пойдет. Но, опять же, Excel у нас с удачным респаунтом все-таки умудряется вернуть флаг. Уже прошло... Сколько у нас прошло? 2.5 минуты у нас прошло от начала раунда. Флаги еще не привезены, но я думаю, что команда нам оставили что-то напоследок, да, на десертик. Это вишенка, знаешь, так, на тортике просто посмотреть, на что они способны. Ну, честно, я сомневаюсь, что-то меня... Сомнений немного. Тебя что-то начало напрягать, да? Да, потому что, мне кажется, команды уже показали нам все, что они, на что они способны за эти раунды.
А, да, не в обиду обоим коллективам, на самом Давай деле. Давай отметим поэтому... сейчас овердрайв сотненького Вани и Шипа, который вовремя подъехал и брал все-таки флаг. Остается на нулях, и Алексиан убивает. XL делает подбор флага, и там уже, ой, Sunfire, конечно, выпускает шарик и Кришна с камбэком. Надо немножечко, да, ваш флаг теряется, сосуля в центре, боже, вот сейчас началась такая зарубочка, у нас Шип, с другой стороны, нейдинг под овердрайвом паладинчика, и Шипу надо срочно как-то прятаться, потому что есть очень большая опасность, но все, опасность миновала, и будет доставочка, молодцы, ну да. вот, а ты сомневался. Как ты мог сомневаться в команде Сотниковым, ты что? Я не сомневался, я сказал то, что больше нового что-то нам команды не покажут уже, больше все. То есть это их пик скилла имеется в виду, я про это имел в виду. А то, что доставки здесь может произойти все что угодно, это рулетка, это песочница здесь. Сейчас 1-0, а карта может закончиться вообще в 7-12, там, я не знаю, все что угодно может произойти. Ой, ну это будет, конечно, мега жестко на самом деле. Ну вряд ли. Если 7-12, так, ну это понятно, что здесь. Вряд ли, но было бы очень жестко. Здесь даже тяжко будет, если они дойдут до 6. Это будет для них прям, ну, классно, здорово. Потому что видно то, что лично для меня, не знаю, да, можете там спорить, ну, я скажу сейчас свое личное имхо, то, что Battle Access немного будут, немножечко, ну, 55, наверное, до 45% повыше будут по своему скиллу, так сказать, чем соперник. Вот, но так, в принципе, в целом команда играет на... одном плюс-минус уровне, да, то есть, опять же, повторюсь, 55% на 45%. Траблмейкер, у нас на центре, овердрайв, Шип, выключает двоих, Sunfire скушал, и трабл! Успел забрать овердрайв, сразу же XL прожимается, траблмейкер, может быть, будут делать 2-0, стойте, разорвать этот счет, еще больше сделать и поднапрячь XL, вайбаута убрали, сотиков здесь уже, Sunfire, два игрока касок остаются на базе, нужно спамиться! Нужно респиться Сотиков, пока из-под сейф есть бэкграунд от Акселя, Сотикова пытаются задушить. Кто-то, Рех и мне аккаунт, Орешек, нужно дать шафта. Получается Сотиков, да это улитки, ну это жесть. Просто, ну когда ты представляешь. Чувак, на матрасе человек доставляет, ну о чем речь вообще просто происходит-то здесь? Ну вот именно то, что происходит, это то, что мы увидели сейчас. Это как ты выражаешься, твое любимое выражение? На матрасе Сотников приехал, забрал флаг и уехал. Причем его, кстати, спасла аптечка, там же по нему от страйкера прилетало довольно жестко по центру, если бы не аптечка, как раз-таки его бы убили. Но аптечка его спасает, флаг доставлен, и это 2-0. Напомню, что играет Battle Access против Dreamless, и пока что нас Battle Access ведут. Но благодаря, наверное, как раз-таки совместимости коллектива именно на то, что сыгранность у них довольно неплохая. И сейчас, как ты говорил, по поводу скилла, ну, тут даже на самом деле скилла-то не было, тут был просто, наверное, профессионализм не одного дня, скажем так, да? Ну, и в любом случае итог у нас пока что вот такой. Но рано еще что-то говорить, потому что 4 минуты, а за 4 минуты может произойти, на самом деле, очень много. Поэтому будем наблюдать, могут ли у нас Dreamless дать ответочку. На центре овердрайв есть у нас, кстати, подхват флага от Шипа. Овердрайв заберет ли Вейбад? Нет, не забирает, но там Sunfire оставляет или забирает? Забирает. И Шип у нас пока что нормально ведет, хорош. Ой, сосуля была очень мега жесткая, XL у нас подбирает. Нет, не подбирает, это возвратный. Врывается. И вернул этот флаг. Я вообще, я все просто шоп. Что происходит? Что делать? Цель туда на перерез, вайбаут, нужно сейвиться, пока что там еще и Сотников дают шарик, траблмейкер, но да, здесь нужно размены делать, однозначно траблмейкера нужно делать спейс, отъезжает Сотников здесь уже, а далее XL сразу же будет ли контратака, погоди, там три игрока красных, они могут быть на лохп, нейтинга, нужно тушить, траблмейкер видит Алексиана, за Алексиана объявлен в погоню, за убийство, за голову Алексиана, дают просто миллиарды, и все, здесь экшен заканчивается в релаксационном, так сказать, режиме. Здесь справляются Dreamless. Доставили немного понервничать однозначно здесь Battle Access. Но 2-0, как бы, Battle Access такие, ну, не получилось и не получилось, как бы. И отдали флаг Шипу, вон он стоит там на дефе прекрасный и чилит. Ну, ты знаешь, их все устраивает. Да, 100%. Их устраивает, поэтому, я думаю, им даже переживать вообще нету смысла. Там у нас сейчас... есть моментик, нету моментика, я почему-то подумала, что все-таки один из коллектива Battle Access приехал к Ореху, вернее, аккаунт, но нет, ошибочка вышла. Сотника Ваня на центре, будут они контролировать овердрайв, там
Maker, кто же его заберет, либо Excel, либо как раз-таки Викинг, но по факту должны были оставить Викингу, а вот что там будет? Нет, не забирают, и у нас Unfire вместе с вами, хороший, обожаю эти овердрайвы, которые он прожимает, это просто мега, на самом деле, круто, и все-таки он ничего не потерял, прожал оверку в защиту и в убийство, и забрал эту коробку с центра. Ну что ж, будет ли у нас возврат, это мы... можем увидеть буквально в течение 2 минут, а возможно даже не будут. Но, даже если будет возврат со стороны Dreamless, и они привезут один флаг, им нужно будет еще в идеале сверху 2 флага привезти. Иначе это для Dreamless закончится, ну, скажем так, далеко не победой. Как тебе сказать, тебя огорчить сразу, Дарин, или нет? Нет, почему? Я прекрасно понимаю, что они еще же будут раунд играть. Какой раунд еще? Кто будет играть? Так, подожди, а ты о чем? Кто еще раунд будет играть? Подожди, а ты о чем? В смысле огорчить? Огорчить, да все. Куда? Минута времени, я не знаю, тебе что, тут Team Fortress Red Notice играют или что? Подожди. Тут Dreamless должны привезти, чтобы ты сейчас понимала, 2 флага им надо привезти. Как ты считаешь, это реально за минуту сделать? За минуту реально, если они будут прям провозом возить их. Ну да, и еще, подожди, еще Battle Access в АФК встану, да? Нет. Вообще можно привести за минуту 2 флага. Особенно на песке. Но опять же, зависит от того, какая у тебя команда в соперниках. За минуту можно привести и 6 флагов. Ну так, на секундочку, Дарин, как бы. Не, ну так-то можно, если, конечно, там вообще соперников нет, либо они вообще не играют. Похороны происходят, коротко говоря, в этом раунде. Ребят, Алексиана сейчас просто в недоумении, что делать. Он пошел с Сотниковым 1 на 1 разговаривать. Братан, пошли научишь меня что-нибудь просто делать. Excel напоследок, шип, ультимативная, нетинка. Хотят вернуть, поехать, просто уничтожить всю базу. Вот сейчас они хоронят базу, ставят жирнейшую точку в этой истории против Dreamless. Ну, да. И конечно, еще на Канере привезут 4-й флаг, великолепно. Да, за 10 секунд, буквально там, ну, 10-11 секунд. Ну и все, у нас уже Dreamless просто выходит с карты, потому что они понимают, что они проиграли. Гагашная. Battle Access неплохо. Неплохо. Dreamless'ам надо думать, однозначно думать, какую-то новую стратегию, потому что проиграть Battle Access... Ну, Battle Access это, скажем так, не самый слабый коллектив из этой 16 слотов, которые, да, у нас есть в этапе легенд. Поэтому нужно думать, не стоит расстраиваться, можно еще пройти, поэтому нужно работать. А Battle Access, Сотникова Ваню и его компанию, так сказать, мы поздравляем, чисто победа. Ну, я абсолютно присоединяюсь, прям вот конкретно присоединяюсь к словам майора. Battle Access, на самом деле, очень хорошо себя показали, не знаю, как сильно там, не сильно, как он сказал. Но мне игра на самом деле понравилась. Жалко, что мало мы всего посмотрели 40 минут трансляции. Но этого вполне достаточно, чтобы у нас народ, который смотрел эту трансляцию, забрал свои ультраконтейнеры. Ну и Battle Access мы, естественно, поздравляем и будем с вами уже прощаться. Да, дорогие друзья, что ж, переходим на трансляцию на 21.00, она начнется у нас через 20 минут, там как раз-таки будет комментировать Сотников Ваня и принцесса Диана. Вот, сможете прийти, поговорить с Сотниковым, спросить, как его эмоции по поводу первого матча в этапе легенд. Да, но я скажу свое финальное слово, всем спасибо, до скорой встречи, с вами был я, майор Кэмэл, и передам, уже получается, финальное слово Дарине Мисхаус. Да, Дарин, давай. Ну что ж, дорогие друзья, я тоже буду с вами прощаться, но вы не расходитесь, потому что будет вторая трансляция. Там тоже будут играть не менее интересные команды, так что заходите, все увидите своими глазами. Ну и всем пока-пока!